Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Doom Bat. Так, у нас с вами 7 уровень, да, из 15. Давайте посмотрим. Значит, 5 и 6 мы не прошли полностью, поэтому, я думаю, есть смысл вернуться и перепройти. Так, давайте-ка приступим. Так, магазинчик, что нам тут показывают? Экипировать. Ну хорошо, давай экипируем это все дело. Это, кстати, еще из ряда обучения, да, у нас миссии. Так, ну ладно, устанавливаем сюда. Хотя я не очень люблю, ребята, честно говоря, вот эту вот ловушку. Ладно, фиг с ним, пускай будет стоять. Мне нужны генераторы. Вот самое первое, что нужно, это именно генераторы. Сейчас будем с вами вырабатывать энергию, соответственно, будем выставлять сюда вот все эти ловушки. Так, поставим сюда колья, и я думаю, что надо будет вызывать сюда миньона. Это будет оптимально для нас. Бумс. Финальная волна, да? Сразу же причем. Хорошо. Так, принцессу мы заключили сюда. Соответственно, нам нужно пару генераторов, стопудово. Наверное, вот сюда еще второй поставим. Так, что у нас тут? Уже охламон, да? Ну-ка, миньончик, разберись-ка с этим олухом, а? Будет мне тут еще буянить. Так, секунду. Что за нежданчик такой? Ползут. Ладно, предположим, у нас здесь сработает ловушка. Значит, вот здесь мы поставим еще колья. Забираем энергию. Слушай, а вот сюда было бы, знаешь, что неплохо? Вот так вот. Ой, тихо, секундочку. Подожди-ка, я на это не рассчитывал. Они еще и здесь у меня появляются. Ладно, энергия копится. Давай еще один генератор сюда влепим, чтобы все это дело шло у нас быстрее. Так, сейчас он здесь пойдет, будет перепрыгивать. Соответственно, потом он запрыгнет в этот проход. Нам нельзя этого позволить. Так, энергии тут целая куча. Вот сюда мы, наверное, ребят, с вами еще и миньончика поставим, да? Я думаю, что это будет оптимально для нас. Так, этих сейчас при прыжке я накажу. Ну, давай, кто там у нас? Остался кто-нибудь в живых? На! Будет знать свое место. Ну что, ребят, я могу сказать вам одно. Что мы прошли. Причем довольно хорошо и быстро. Ну вот, корону сейчас должны нам дать. Отлично, плюс 100 монет в придачу. Так, у нас еще 6-й, по-моему, да, уровень не пройден. Если я не ошибаюсь, давайте, ребята, посмотрим на всякий случай, чтобы уж точно... Да, 6-й уровень у нас не пройден на, как говорится, на чистую. Так, у нас 510 монет. Мы с вами можем улучшить генератор, да? Он 400 просит. Хорошо, я улучшаю. То есть еще разок остается. И ставим, короче, колья берем. Я беру гарпун. Я возьму также вот эту вот токсичную ловушку. И, конечно же, возьмем миньона. Да, ребята, которые мне подсказывали, что лучше брать или не брать. Ребят, я знаю, потому что эту игру я практически прошел. Я играл в отпуске в нее. Залипал не по-детски. Я говорю, мне осталось там пройти всего лишь пару уровней. Но они действительно жесткие. Я не могу пройти никак. Так, давай-ка вот сюда мы поставим этот. И еще один генератор. Замечательно. Так, ну что, гарпун, давай бомби. Сюда, конечно, бы нам не помешало миньона поставить. Если честно, давай вот так вот мы с вами сделаем. Сюда поставим токсичную ловушку. Хотя нет, нет, не будем пока мы этого делать. Давай-ка вот так вот сделаем. Я так и думал, что здесь поползет еще один враг. Значит, сделаем с вами по-хитрому. Так, нам нужно как можно больше энергии. Вот эти вот, кстати, ребят, суперудары я не советую тратить вам на ранней игре. Потому что они вам пригодятся, поверьте мне. Так, вот этот охламон здесь нам не нужен, если честно. Давай вот так вот сделаем. Не забывайте, что у нас на третьем этаже есть балкон. То есть, если сейчас наверняка так и будет. Сюда лестницу бросят. Проверим. Так, давай мы тогда сделаем, наверное, вот так гарпун. Сюда влепим. И, наверное, сюда поставим два колышка. Сюда и вот сюда. Что у нас тут получается? Ну, пока вроде бы неплохо. Миньона, конечно, нету у нас здесь. Но он теперь уже появляется. Замечательно.
Да? Видите, да? Ползут гаденыши. Значит, здесь есть смысл, ребят, нам поставить еще одну токсическую ловушку. Вот сюда мы ее влепим. То есть они будут и на кольях, как говорится, напарываться, и еще и кислота будет на них падать. И еще и миньона я сюда влеплю, чтобы нам было быстрее и проще их убивать. Все, пока у нас все идет хорошо. Давай вот сюда, наверное, еще колья поставим. И миньона. Ну, ребят, сами понимаете, да, что здесь у нас идеальная будет победа. Никто не пройдет, ничего не сделает, но это пока. Все. Замок спасен. И дайте мне, пожалуйста, корону. Отлично. Кстати, короны нам нужны для того, чтобы... Вот, видите, ребят, открыта вторая часть. То есть теперь мы можем с вами приступить к прохождению другой части, но думаю, что не стоит. Пройдем вначале здесь. Так, это у нас заморозка. Думаю, что пока нам не нужна она. Сколько? 280 монет. Блин, этого мало, ребят. Давайте, наверное, мы с вами улучшим нашего миньона вот этого. Но лучше всего, конечно, вот этого получить. Это электрический миньон. И он довольно хорош на ранней игре. Так, 180 монет у нас еще, да? Что мы можем... Погоди. Зачем я убрал? Давай, иди сюда. Что я могу улучшить? Наверное, ну, в принципе, давай вот эту вот токсическую ловушку. Хотя, на самом деле, потом, ребят, появится у нас вот это вот щупальце, которое будет забирать у рыцарей щит. Дополнительную, короче, защиту. Ладно, поехали. Будем приступать. Оу, секунду, подожди, подожди. Я... Не это хотел на самом деле. Зачем мне седьмой уровень проходить, если он уже у меня пройден? Конечно же, нужно начинать с десятого сразу же. Так, набираем колья, возьмем гарпун, токсичную вот эту ловушку, естественно, генератор и, конечно же, нашего улучшенного миньона. Так, у нас тут сразу три этажа. Самый верхний этаж вроде бы спокойный, поэтому есть смысл влепить генератор сюда, ребят. Оу, новый враг появился, ребята. Вот этот вот чувачок может подбивать, например, вещи, которые у нас будут крепиться к потолку. Например, вот эту вот токсичную ловушку. Он ее может подбивать, причем спокойно. Причем он довольно сильный. Об этом тоже не стоит забывать. Так, ну-ка. Елки-палки, он сюда пойдет. Значит, здесь он вылезет. Так, мне нужен, ребят, наверное, здесь гарпун. А вот тут, скорее всего, миньон. Попробуем сделать именно так. Ну, где-то, вот он появился, ребята. Выпускаем здесь миньона. Пока миньон будет с ним разбираться, гарпун будет в него бомбить. Елки-палки, ну хорош. Отвали. Так, мы получили достижение за убийство вот этого вот солдата. Но это все, ребята, ерунда на самом деле. Это только начало всей этой эпопеи. Так, дай-ка я вот сюда еще, наверное, один гарпун поставлю. Так, пока мой миньончик будет с ними разбираться, нам нужно, наверное, вот так сделать, да? Еще одна кислотная ловушка нам здесь не помешает. И колья вот сюда поставим. Так... Пока вроде бы хорошо. Последняя волна, да, у нас тут? Или нет? Последний рысарь. Да, ребята, а вот теперь последняя волна у нас начинается. На четвертый этаж нас быстренько перекинули. Вот сюда мы поставим кислотную ловушку. Ее лучше всего, ребята, ставить где-нибудь в районе лестниц. Потому что когда рыцари ползут, она наносит им максимальный урон. Давай вот сюда вот влепим. И вот так вот. Чтобы все у нас было четко. Так, ну куда вот этот хламон, а? Бежит, радостный, довольный. Так, теперь со всех сторон будут нападать. И отсюда, и отсюда. Короче, ребята, готовимся. Ставим сюда гарпун. Кстати, вот сюда можно влепить ловушку. Кислотную, я имею в виду. Вот именно сюда. Так, ну, гарпун, давай, бомби. Так, миньона не хватает нам здесь. Чтобы он хоть как-то отвлекал. Сейчас его, конечно, тут быстренько забомбят на самом деле. Воу, что-то тут слишком уж много вас, ребятулечки.
Дай-ка я сюда вот колье поставлю. Так-так-так-так, ну пока справляемся на самом деле. Да, я вот сюда миньонов скину. В принципе, он должен разобраться. Так, вот сюда гарпунчик влепим. Ну что могу сказать, по-моему, здесь победа за нами, ребята. Да, отлично. Дайте мне, пожалуйста, корону. Шикарненько. Ох ты, 400 монет мы с вами заработали. То есть я могу улучшить полностью себе генератор. Так ведь получается, ребят? Именно так. Отлично. Финальное улучшение. Ну а теперь мы с вами будем, конечно же, улучшать что-нибудь из предыдущего. Это, например, колья. Без них никуда нам, ребята. Гарпун, ну так себе. Кислотную вот эту вот капалку, я думаю, что можно будет с ней повременить. Лучше нам открыть вот эту вот штуку. Щупальцы, да? Осьминога. Ну что, поехали, наверное, следующий уровень, да? 11-й у нас получается. Я готов. Принцесса у меня стоит здесь, поэтому... Ага, смотри-ка. Давай, наверное, мы вот сюда вот поставим генератор. Потому что тут стопудово потом будет лестница. Сюда мы вызовем миньона, колье. И еще один генератор я поставлю. Кстати, вот плохо, когда принцесса находится вот именно в таком месте. Когда рыцари быстренько подберутся наверх, они сразу могут схватить принцессу. Это не есть хорошо. Эй! Аглоедыш, ты куда это? Куда это ты побежал? Извини меня, а? Обрадовался он. Слушай, ну по-моему, генераторы у меня должны вырабатывать в два раза быстрее энергию. Что-то они как-то очень медленно этим занимаются, если честно. Так, здесь тоже, да, враг поползет? Да-да-да, поползет вражина. Тоже сюда выкидываем миньона. И побольше кольев. Надо будет потом колья действительно нам улучшить, чтобы наносить побольше урона. Так. И, кстати, беговая дорожка тоже бы нам пригодилась. Ну, ладно, там потом пойдут такие монстры, точнее, не монстры, а эти рыцари, которых действительно лучше на беговой дорожке заманать, чем вот так вот их бомбить. Так, финальная волна. Понятно. Так, значит, вражина пойдет уже вот отсюда. Только сказал, и уже сразу же они начинают вылазить. Кстати, сюда надо миньона нам поставить. Сюда миньона, а вот сюда вот капалку кислотную. О-оу. Вот это плохо. Смотри, ребят, здесь и ниндзи. Ёлки ты палки. Вот это да. Слушай, я, наверное, здесь проиграю. Что-то уж больно много их тут идет. Ползет. Ах ты, миньона мне уничтожили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Ты посмотри, сколько их здесь. Как мне быть? Ну давай, я буду пытаться хоть как-нибудь, ребята, выжить здесь. Хоть это и очень-очень сложно. Ну! Давай сюда еще одного миньона вызовем. Видите, ребята, вот кислота капает и довольно неплохой урон наносит по ним. Так, что мы еще с вами можем... Давай еще кольев, побольше нам нужны колья, ребята. А это все бомбит внизу, да? Все мои ловушки, гаденыш, истеребунькал. Слушай, ну, по-моему, победа здесь будет за нами. Я этого сейчас инженера быстренько нахлобучу. Даже если эти рыцари поднимутся наверх, здесь они не пройдут. Здесь очень много кольев, плюс кислотная ловушка. Ну, вы поняли, да? Так, инженер, иди сюда. Давай вот на колья. Сейчас я ищу сверху кислота. Все, ребята, победа за нами. Очередная причем. Так, 11-я стадия у нас пройдена. 400 монет мне дали, поэтому я буду улучшать вот это. Обязательно. Все, вот все самое начальное должно улучшено быть на 5, сколько там, 5 звезд? Да, 5 звездочек. Потом надо будет накопить деньжат вот на этого миньона электрического. Там кто еще будет потом? Хилящий миньон. Еще какой-то, я уже не помню. Миньон, который преграждает двери. В общем, все это увидим с вами. Так, ну что, 12-я стадия. Поехали. 3 этажа. Так, принцесса у нас тут находится. Давай миньона сюда поставим.
По идее, мне нужен сюда вот гарпунчик, ребят. Не помешал бы он, серьезно вам говорю. Успеем. Давай-ка мы вот сюда вот так вот поставим его. Пускай он бомбит по рыцарям. И еще один генератор я вот сюда поставлю. Блин, ниндзя бегут. Вот так вот не было, называется, печали. Так, он сейчас здесь выйдет, да? Этот рыцарь. Нет, ребята, он вышел с другой стороны. Хорошо, попробуем нахлобучить. Здесь нужны гарпуны. Вот против ниндзя лучше всего, ребята, гарпуны применять. Давай так попробуем. Что-то... Блин, они ломают, ребят, смотри. Все мои эти ловушки попереломали, гаденыши. Давай-давай-давай, бомби по нему. Началось, короче. Ломают и ломают. О, сколько энергии. Замечательно просто. Так, он появляется, он уже, ребят, наверху появился. У меня здесь кроме генератора ничего нету. Фу, успели мы его побить. Так, что, они сейчас здесь пойдут. Они пойдут именно здесь. Сюда мы ставим вот эту вот кислотную ловушку, да? И все подступы с вами кольями заминируем. Так, выше этажом. Здесь балкона нету. Отлично. Значит, вся масса будет идти именно снизу. Что же, это хорошо. Вот, ребята, новый вид рыцаря. Этот тахламон, он очень мощный, на самом деле. Очень долго бомбить надо, не знаю, получится ли у нас что-нибудь. Да хорош ломать уже тут все, эй! Ай-яй-яй-яй, видите, ребята, он еще любит селфи поделать сам себе. Вот этот чувачок, рыцарь, так называемый. Дай сюда энергию. Ёлки-палки, ребят, тут их слишком много. Тут еще и этот стрелок. Он подбивает, конечно же, мою штучку, которая стреляла. Кислотную ловушку, ребята, он уничтожил. Блин, да что ж так много-то. Да вот эти вот охламоны, ребята, они всю малину мне портят. Вот серьезно говорю. Они всю малину мне портят. Вот, вот, давай, давай, давай. Кислотой, кислотой, прижигай его. Да что ж вас так много-то. Давай вот так вот сделаем. Он перепрыгнул, да, все-таки? Он все-таки перепрыгнул. Давай сюда еще одного миньона. Вот он, ребята, это самый главный вражина. Если мы отобьемся от него, то это будет хорошо. Но он, гаденыш, очень вредный. Блин, не можем мы его подбить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж такое-то происходит? Смотри, ребят, смотрите. Так, давай еще одного миньона сюда поставим. Да неужели? Неужели мы с вами справились? Ну, согласитесь, довольно было щекотливо. Так, 12-я стадия у нас пройдена. 400 монет мы получаем. Плюс тут что-то у нас открыт какой-то бонус. И 615 монет. Ребят, видите, вот у нас что-то тут открылось. Так, подожди, здесь нет. Здесь нужно 15 корон, у нас в данный момент 12, так что это все закрыто. Ага, вот что у нас открылось по ходу дела. Ну да, это у нас вторая часть. Обязательно будем ее тоже проходить. Но я думаю, что пока... Ага. Тут нужно, ребят, набивать уже 15, 16 и 17 корон. Поэтому, хотим мы этого или нет, нам надо идти вот сюда. Ну что же, с Богом, как говорится. Так, стадия первая. Ты давай мне магазин открывай. Открыли магазинчик. И будем сейчас мы с вами... Во! Вот это, ребята, очень хорошая вещь. Пригодится нам в дальнейшем. Так, это у нас будет замена кислоте. Я вам сразу скажу. Берем. Так, кстати, сколько у нас стоит... Ага, 750. Ребят, нужно накопить будет 750 монет для того, чтобы открыть дополнительную ячейку. Иначе без нее нам будет очень худо. Так, выбираем миньона, которого, кстати, тоже надо было бы прокачать. И генератор. Слушай, какой-то у меня здесь маленький, честно говоря, набор. Я не знаю, смогу ли я здесь пройти. Ну все, 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 понятно, радуется он мне здесь. Видите, тут много этажей, но очень маленькая, как вам сказать,
пространство. Черт, я забыл генератор поставить. Генератор надо влепить в первую очередь, чтобы вырабатывать энергию, конечно же. Так, давай, наверное, еще вот сюда поставим один. Так, о, вот, ребята, да, новый вид злодеев. Это лучники. Зачем вы сразу же и сюда еще, а? О-оу. Блин, плохо это все. Ладно, давай сюда тоже миньона вызовем. И вот такую вот ловушку. Он один? Он один, по-моему, здесь. Так, генераторы справляются? Ну, вроде бы пока справляются. Замечательно. Так, главное, чтобы жили миньоны. Остальное ерунда. Давай вот сюда, наверное, поставим, да, колья. Вот единственное, как бы вам сказать, проблема вот в этих щупальцах, что они бьют только на маленьком расстоянии. То есть, если я вот сюда вот поставлю, он до низу не будет бомбить. Так, что там у нас? Рыцари, целая куча. Ну, вот так вот сделаем с вами. Очень много щупалец поставим, и они будут их бомбить. А вот сюда я поставлю еще и гарпун. Опа! А вот это уже нежданчик. Погоди-ка, они сюда зайдут. Оу! Это же проход вот сюда. Черт подери. А че это я так лопухнулся-то? Упс, ребята, по-моему. По-моему, я сейчас проиграю здесь. Будем драться до последнего. Смотри, что они делают. Эти паршивые лучники. Что они творят? Блин, я не могу сюда поставить. Зато могу поставить щупальцу. Так. Это они куда собрались? Вот сюда вот идти, да? Ну, естественно, они сюда собрались, ребят. Давай еще одного миньона вызовем. Может быть, получится отбиться как-то. Ага, все, ребят, прошли. Отлично. Нам достается еще одна корона. И 250 монет. За 250 монет что я могу себе улучшить? Я могу улучшить щупальцы. Но я хочу, знаете что, миньонов улучшить, ребят, вот этих вот. Вот так вот. Критический шанс выпадает чаще. Нам написали. И 200, да? Все это нам уже недоступно. Не получится, ребят, прапать. Ладно, поехали. Вторая стадия у нас. Ну хорош радоваться-то уже. Столько этажей тут наклепал. Щупальцу сюда поставим. Ой-ой-ой, опять забываю. Ребят, я все время забываю про эти генераторы. Вот серьезно вам говорю. Как только начинается игра, нужно ставить генератор. Потому что чем быстрее он стоит, тем быстрее он начинает давать нам энергию дополнительную. А дополнительная энергия, это, соответственно, все наши плюшки. Так. Упс. Давай тогда вот так сделаем. Это еще и лучники причем. Твою ж маков. Смотри, что происходит, ребят. Довольно все это щекотливо. Они сейчас вылезут отсюда. Поползут потом наверх. А наверху у нас уже принцесса будет стоять, ждать, да? Что-то мне такой расклад не совсем нравится, если честно. Давай мы вот сюда, наверное, щупальцу влепим. Так. По идее, еще бы одну вот сюда. Нет, блин. Эй-эй-эй-эй-эй. Миньон, мне нужен миньон, ребята. И как можно быстрее. Вот здесь он будет стоять. Так. Подбили. Ну, справились с первой волной. Фух, так, лучник тут у нас бомбит, да? Давай вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем, будем его атаковать. И я думаю, что еще один генератор сюда поставлю. Так, мы поднимаемся выше этажом. Соответственно, принцесса у нас перемещается вот сюда. Отлично. Пока все хорошо, ребят. Я ставлю вот так. Сюда поставлю колья. Кто там у нас ползет? Угу. Еще одна лестница потенциальная. Ёб-моё. Давай вот так вот сделаем.
будем с вами вот здесь на проходе. Поставим щупальцу. Ага, все, я понял, ребята, кто у нас идет. Смотри-ка, солдатушка. Ребятушка, блин, а? Эй-эй-эй-эй-эй-эй, что-то вы тут нахрапом стали брать. Вам так не кажется? Давай, гарпун, бомби. Ну, вот здесь, конечно, тоже нужно поставить, ребят, защиту. И это не дело, потому что вообще никакого прикрытия нету. А они быстренько могут зайти вот в эти ворота и окажутся наверху. Понимаете, да? Соответственно, вот так мы с вами сделаем. Щупальца будет над воротами. Прошли. Фух. Только, как говорится, разойдешься, и мы уже прошли с вами уровень. 300 монет сверху. Слушай, я думаю, наверное, мы не будем ничего с вами покупать, пока вроде бы справляемся, улучшать не будем. Я хочу себе открыть дополнительную ячейку. Чем раньше у меня она появится, тем лучше для нас. Сколько? Опять 4 этажа здесь у нас? Ага. Ну ладно. Так, принцесса у нас тут. Давай вот так вот сделаем. Генератор работает. Вот так все это будет у нас где-то выглядеть. Слушай, нам нужен еще один генератор. Я, наверное, вот сюда его поставлю. Угу. С ниндзями, да, значит, уже пошло все дело. Значит, здесь нам нужны будут, ребята, щупальцы. С какой? Вот они, с этой стороны появляются. Так, секунду. Сейчас они здесь выйдут. Так, миньона давай сюда поставим. Блин, что ж такое-то? Что ж тут происходит-то, а? Оу, нет! Нет-н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 ет! Сейчас похитит, ребята. Он похитил принцессу. Блин, мы с вами не получим корону, но я ему уйти отсюда, конечно же, не дам. Вообще никому не дам отсюда выбежать. Ну, конечно, я здесь проиграл из-за того, что у меня не улучшены мои ловушки, ребята. Если бы все это было бы проапано по полной программе, конечно бы все было бы вообще замечательно. И здесь очень хорошо бы нам помог именно электрический миньон. Так, зачем это? Это нам не нужно. Давай вот так вот сделаем. Это еще волна-то, кстати, не последняя. Мы сейчас отобьемся, и вот теперь только последняя волна. Ладно. Зато, по крайней мере, мы с вами заработаем немножко себе денег. Видите, да, у нас здесь есть обычный миньон и есть огненный. То есть их два вида. Ну-ну-ну-ну-ну. Побежали, побежали, охламоны. Так, минусанули, чувачка. Так, давай-давай-давай, подбиваем их. Еще и сверху поползли, да? Они еще и сверху ползут. Ладно, поставим сюда миньона. Пускай он их немножко здесь потеребунькает. Давай-давай-давай-давай. Щупальца, ну что ж ты... Вот жалко, что миньоны, ребят, не могут преследовать свою цель. То есть вот, смотри, он пока еще сообразит. И только после этого начинает атаковать. То есть не секундная, как говорится, реакция у него. Он подумает, посмотрит, взвесит все. Стоит ли, не стоит ли. Ну давай, атакуй ты. Замечательно. Так, куда ты пополз? Чепушила, ну-ка. Миньон, не спи. У тебя под носом враг. Давай вот так вот сделаем. Фух, последние враги где-то, вот он. Последний крестоносец здесь ползет. Давайте мы его подобьем. И уровень будет у нас пройден. Ну а, нет, у нас еще последняя волна. Ё-моё. Вот так вот, ребята. А я уж расслабился на самом деле. Подумал, что все. Нет, не все, это только начало, оказывается. Давай, я знаю, что вот здесь вот, ребята, стопудово будет лестница. И они поползут. Видишь, о чем я и говорил. Поэтому давайте здесь подготовимся основательно, чтобы уже никто не прошел. Так, у нас здесь лучники ползут. У нас ползут здесь лучники. Соответственно, нам нужно вот сюда вот поставить щупальцу, чтобы она их потихоньку бомбила. Так, что там у нас? Оу, все ломают, да? Все ломают у нас, оказывается, здесь.
Давай. Так, и еще одну щупальцу, наверное, вот сюда поставим. Смотри, ребят, все генераторы ломают мне эти охламоны. Ладно, мы тогда будем их травить миньонами всех. Вот сюда поставим. Видите, ребята, щупальца что делает? Отнимает у них защиту. То есть это шлем, щит и так далее. Все, прошли. Но, опять же, с большими погрешностями, ребят. 150 монет мне дали, 715 общее количество. А нужно 750, да, по-моему? Да, мне совсем маленечко не хватает. Совсем чуть-чуть. Так, четвертая стадия. Ну ладно, хорошо, давайте попробуем. Попробуем, ребят, пройти четвертую стадию. Пускай даже не чисто, но чтобы заработать немножко денег. Ух, вот здесь вот нужен электрический миньон, чтобы он здесь вот вокруг катался. Так, ладно, будем стараться. Секунду, а сюда... Ага, я и сюда не могу. Ладно, поставим сюда. Генератор будет у нас стоять вот здесь. Здесь, кстати, нужна кислотная ловушка, ребят, чтобы капала с потолка. Так, давай, миньон, лови этих гаденышей. Так, принцесса у нас здесь кричит, надрывается. Вот так вот поставим. Гарпун бомбит, потихонечку стреляет, это хорошо. Вот сюда мы поставим щупальцу, чтобы она ловила их, как говорится, на опережение. Все равно, да? Смылся. Ладно. Ну, гарпун, бомби по нему. Два гарпуна не могут справиться. Ё-моё, да чё? Да. Зашибись, они еще. Давай мы еще здесь с тобой лопухнемся и не спасем. Нет, все, все хорошо получилось. Ну, их-то здесь очень много. Давай, 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 миньёша. Лови, как говорится. Вот сюда мы поставим с вами копья, чтобы, если они перепрыгивали, напарывались на них. Так, выше этажом, да, поднимаемся, понятно. Очень мало генераторов, вот что я вам скажу. Поэтому давайте вот сюда, наверное, еще поставим. Можно даже парочку влепить. Будет оптимально. Кто тут у нас идет? Смотрите, ребята, инженеры. Ага, инженеры. Блин. Ну давай тогда вот так попробуем с вами сделать. Так, сюда мы поставим гарпун. И лучники, кого тут только нет, ёлки-палки. Хорош, успокойтесь, роднулечки мои. Так, генераторы шпилят. Давай, наверное, мы вот сюда еще. Что такое? Что? Ах, вот оно что, ребят. Да чтоб тебя. Ну-ка. Вот сюда тогда ему поставим мы, да, с вами. И вот сюда. Так, что у нас тут, значит, получается? Солдат и лучник идут. Вот так вот сделаем. Давай, 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 стреляй. Все время забываю, что здесь нет у нас потолка. Потолок вот здесь у нас находится. Ну, миньоны. Давай, 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 давай. Это наш последний шанс. И вот этот охламон все-таки успевает. Нет, не успел пока. Давай вот так вот сделаем. Потому что вот здесь мы его должны нахлобучить будем. Сможем или нет, как думаете? Yeah. Так, ну это еще не все, оказывается. Еще будет одна волна у нас. Вот так-то, ребятушки. Расслабляться тут вообще некогда. Так, как они ползут? Здесь, здесь, вот сюда нужно нам что? Нам сюда нужно, ребят, гарпун влепить. Блин, гарпун. Ладно, сюда влепим гарпун. Сюда опять же мы поставим генератор. Смотри, сколько здесь этих механиков ползет. Очень много. Берут в ловушки, просто мне ломают, а? Прям вот в наглую ломают. Ой, здесь вряд ли у нас получится, ребят, пройти. Ёлки-то палки. Ползут. Гаденыши ползучие. У меня ни одного генератора, что ли, нет? Я не пойму. Где они все? Вот, давай вот сюда хотя бы влепим, что ли, я не знаю. Этот уже здесь бежит, посмотри. Ну, хотя бы миньона дайте мне. Да. И как?
Сюда надо было мне, ребят, гарпун влепить дурачку-то, а я влепил сюда генератор. Зря. Зря я все это сделал. И смотри, что этот хламон делает. Ну, естественно. Эй! Отцепись от принцессы! Да, ребята, мы не смогли пройти этот уровень идеально, но я точно вам скажу, что они отсюда не убегут с принцессой. Я, по крайней мере, постараюсь это сделать. Хотя они сейчас будут очень быстро бежать. Так. Сейчас он здесь выйдет, да? По идее, да, он должен будет выйти здесь. А это все ломает мне там, а? Так. Сколько тут? Два солдата или три? Три солдата, ребята. Ох, это много. Это много. Так, откуда они вылезут? По-моему, вот отсюда. Блин. Хорошо, у нас здесь еще есть щупальца. Потерял, да? А, их еще двое. Ребята, они, по-моему... По-моему, уйдут. Я не смог, к сожалению... У меня не получилось. Я не буду, ребята, тратить здесь ничего. Мы проиграли. Но зато я себе открою сейчас ячейку. Еще одну. Она мне нужна. Фух. Да, вот так вот, ребят, сложно все. На самом-то деле. Не все так легко. Да-да-да-да-да. Давай сюда. Открываем, ребят, дополнительную ячейку. Все. Следующая, по-моему, стоит... 1500. И это, по-моему, последнее, которое нам будет доступно. Ну что, дорогие друзья, давайте на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, а мы увидимся с вами в следующих видосиках по этой игре. Всем пока и удачи!